Здорово, Грег. Привет. Чем удивишь сегодня? Сегодня удивлю вас электросамокатом Path Ranger Comfort. Не просто серийным Path Ranger, а прокачанным, тюнингованным Path Ranger с увеличенной емкостью аккумулятора, с новыми рессорами, с широкими тормозными дисками, с дополнительными грипсами на руле, которые также запитаны на аккумулятор и позволяют вам обозначить габариты этого девайса. Ну-ка, ну-ка, включи-ка. Не вопрос. Раз режим. Два режим. Вот, что позволяет в темное время суток действительно как-то выделиться и обозначиться. Пуляет он действительно уже не 45 километров, а в районе 50. А вот увеличенный аккумулятор, это значит, сколько он может просуществовать? Производитель заявляет, что по умолчанию 90 он ездит, хотя мы все прекрасно понимаем, что при любом весе, даже 60 килограммов, наездник, если, никак он не протянет 90 километров. Мы сделали так, что теперь 90-100 километров он проезжает действительно. Так, остальное все штатное, да? Все, что мы знаем, видели? Совершенно верно. Здесь у нас, как и ранее, например, на электросамокате Кабо очень похожий дисплей. Кто уже знаком с этим, здесь очень похожие настройки. Все то же самое. Время использования – это скорость 3-2-1. Это у нас пробег. При третьей скорости у нас он достигает 50 км в час. Расширенная гарантия на такие девайсы идет с компанией Skybike. То есть по умолчанию мы даем либо 500 км пробега, либо 12 месяцев, что наступает раньше. На прокачанные девайсы, вот на данный девайс, мы даем расширенную гарантию до 1000 км пробега. Значит, подсветка штатная, фонарик спереди, гудочек, левый, правый поворотник. Подсветочка ночью тоже выделяет девайс. Здесь у нас ставится сидушка съемная. Мы попробуем прокатиться, посоревноваться с различными похожими моделями, что позволит вам убедиться в том, что действительно прокачанная версия стоит того. Супер.